Всем привет, с вами Веселый. В этом видосе мы будем дальше пытаться проходить сценарии, но не просто так, а с отслеживанием головы. Будет интересно. Короче, вебка сейчас записывается на телефон. Знаете почему? Потому что вы сейчас увидите почему. Хотя, в принципе, я могу сделать вам вот так вот и показать отслеживание головы. Это немножко необычный формат получится. Я надеюсь, вам понравится. Все сработало. В общем, странно, что интерфейс пропал, не прогрузился. Ну ладно, кнопочка есть, хоть невидимая, но и хорошо. Короче, как вы видите, я сейчас мотаю башкой, да, вот поворачиваюсь, и я могу наклониться, вот рассматривать всякие кнопочки, в навигатор посмотреть, сколько у нас, 23 градуса на автомате стоит это. Вот я могу движок носом понюхать, где заводить кнопочка. Вот все такое, тут режимы втыкаются. Короче, надеюсь, вам эта штучка понравится. И вы ее, в принципе, сами можете скачать, а я могу. Я прям тут могу. Закройте, пожалуйста. Нормально. Я на кнопочку Home забиндил, чтобы центр башки сделать. И, в принципе, поехали сценарий. А где интерфейс? Алло. Можно отреспавниться, пожужисто? Ты угораешь? Я этот видос, если что, снимаю еще... Ну нет, я тот выложил, который вы, наверное, уже видели. Мы уже гоним. Такой какой-нибудь режим. Поехали. Так. Какой? Вот, выключенные стабы. Все. Вид этот, врубай. Нормально, центрируй. Кто-то расшатался, капец. Вот, видите, драйвовый видок просто. Сейчас. Блин. У меня... Я ушатался куда-то, меня уже ведет. Ну да ладно. Спорт-режимчики. Жмемся к нему аккуратненько. Пес, вот ты пес. И он сам боком пошел в отбойник. Ну-ка, ну, в стену тоннельную. Все, пока я полетел отсюда. Надо сесть повыше как-то. Нормально. Ручкой буду переключаться. Машину куда-то вроде как ведет. Левее немножечко. Но на удивление, после такого она еще жива. Удивительно. И невероятно. Да, машину болт. Как рулить? Нет, не в столб. Спасибо. Что я делаю? Это 360... Нет. Это не 360. Да как... Я буду держаться вот так вот, чтобы максимальный обзорчик был. Я, конечно, могу сейчас... Опа, спиночку сюда, типа я в спорткаре. Короче, этот стул намного лучше того, который у меня был. Ну-ка, пятую. О, сейчас... Сейчас мы, по крайней мере, живые. Это великолепно. Если я сейчас привыкну ехать на спорткаре, у нас тут два круга, я обязательно привыкну, если не разобьюсь. А я разобьюсь много раз. Обочинку цепа... Ага, цепа. Я не помню, какие там задания были для Вы, наверное, сейчас как раз видите на вебке, как у меня лампа падает просто. Ничего. Они там... Мы их попытаемся догнать. Вот так вот отцитруемся. Да ё-моё, я чё, карлик, что ли? О, вот так вот нормально. И близко к лобашу. Капец, у меня перец носит, я прям чувствую. Газ жмешь, у тебя перец сразу улетает куда-то. В общем, вручную переключаться не буду, чтобы сосредоточиться на гонке, потому что... На джойстике можно вручную... Переключаться, не сосредоточиться. Куда я полетел? Красиво. И рыбок кормить, да? Ну, знаете, в принципе, там не так-то уж все и плохо. Полетели. Вот прикольно, вот от любой камеры вот так смотреть. Аккуратненько притормаживаем. Пусть они тут вперед пролетят, но мы останемся, потому что... Я уверен, кто проходил этот сценарий, вы первым же делом просто в стену этого тоннеля улетали, потому что слишком разогнались и мало тормозили перед въездом. А где? Где в зеркале? А, вот они. Вот в чем плюс вот этого отслеживания башки, чем он мне нравится. Можешь просто на перекресток так подъезжать и смотреть по сторонам. Можно вот так вот в зеркала. Мне это все равно не помогло, как видите. Как видите. Я ж тебя догоню и тебя сейчас разверну, пес. А ну иди сюда. Засранец вонючий, а? У меня лампа убегает. У меня лампа сейчас упадет. Столб. Отлично. Лампа не упала. Возрадуемся. Так, сколько? 150. Я чуть-чуть нажал газ, у меня просто нос снесло. Бам! Сделал столбик. Не стена. Что? Я почти порвался пополам. Отлично. Replay, please, restart. Let's go. Come on. Кричал камон, а в итоге забыл включить нормально. Так, ты меня в прошлый раз, да?
Все, давай, нормально, нормально. У нас гонка настоящая идет. Окей, будем следовать просто за Orange, за апельсином. Апельсином? Я такой модели не знаю у Opel. А ты что хотел? Не все знать дано тебе. Opel Simon. Ладно. А то Семен обидится какой-нибудь. Вы... Я колесо, да, ушатал? В принципе, нет, я мог бы еще поехать дальше, но мне лень. Всем спасибо за просмотр! Я вообще могу высунуться в окно и ехать вот так вот по кайфу. Ну, типа, ну это ж прикольно. Тормоз, я идиот. Так, все, надо сосредоточиться и не страдать фигней. Максимальный газ, тут уходим в тормоз немного. Тут поджим... Не поджимаем газ немножко, да, да-да-да. Тут... Раздуваемся и полетели. Я истребитель, небо мой обитель, да я приду. Ууу, тройная прибыль. А, этот сценарий твоей погибели. Я как-то на грани держусь. Так, тут раздупляемся. Вместе с ним разгоняемся. 220, тормоз. Тут лучше газ, даже тормоз буду трогать. Машина чувствуется отлично. Чувствуются шестеренки в руле. Также отлично, как и машина. Полетели. Помолимся китайским богам. Тут, в принципе, у тоннельчика надо притормозить. Какого тоннельчика? Эстакада это. Чтобы не влететь в ее опору, надо притормозить. Здорово, братиш. Как мы смотримся с тобой? Нормально? О, это круто. Это такие драйвовые просто кадрики. Ну, типа, пока ты едешь, вот ты контролишь это все, это же реально жжу. Я удержался. Меня вынесло немножко на... Точнее, я сам вынес себя, конечно, на это. Давай, слипстрима тут нету, но газуй. У меня мода на слипстрим еще не скачано. Опа, в попочку мягенько. Прикол, его бы сейчас разболтало, было бы очень красиво, но бьем по тормозам. А он по какой-то траектории не такой, как я, входит. Я тут по маленькой, по узенькой, а он вот по широкой идет. Ну-ка за ним. Перемещаемся направо. Опасно было. Так, не время его обгонять. Обгоним его на... Почему-то я быстрее, кстати. Потому что на прямой я его обгонял. И вот сейчас я его на прямой догоняю. Или он едет аккуратнее, или я не знаю что. А вот эта вот гоночка уже мне нравится. Вот это вот уже напряженочка, а не гоночка. Пальцы хрустнуть хотел. Я ж чуть вообще не лопнул. Об затылок хрустну. Только одну руку. Другую об руль. Отлично. Тихо. Меня понесло. А тут я его не догоняю почему-то. Он раньше, что ли, выходит на газ в пол. Так, 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 так. Сейчас будет финишная кривая. Поэтому мы должны уже раздупляться. Полетели. Вот сейчас на этом опаснейшем повороте, высокоскоростном, просто надо отобрать у него кусок... Нет, не кусок торта, а весь торт под названием «Победа». И захватить ее самому. Вот-вот-вот, по внутренней... Идем просто в притычочек. Боднуть бы его как-нибудь, а? Но нет-нет-нет. Пристроимся сзади. Мы его напрямую тут обгоним сейчас. До фини. Ты угораешь просто вот на... перед фини... Ну я дебил, я как всегда. У меня тут из-за поворота есть сюрприз для следующих гонщиков. А где они вообще? Вот где они? Вы их видите? Я тоже нет. Ау! Ого, бордюр. Ничего себе бордюр. Они куда уехали? Мне кажется, они вообще с гонки ливнули. Если так, то я сделаю вот так вот. Раз, два, три, вы готовы? Ну, это было красиво. Вот украденные сокровища, сразу начнем. Давай сценарий, вот. Прикиньте, я с такими повреждениями до финиша не доеду. Обалдеть. Можно повторить? А чё? Вау. Чё за транспорт? Причём у Бимки почему-то так всегда. Один раз в игру заходишь, типа, все в порядке, нормально сценарий отображается, прям вообще все идеально. Другой раз в игру заходишь, можно даже перезайти просто, и у тебя сразу вот все сценарии вот так же будут ломаться как-нибудь, или просто некоторые не будут запускаться. В общем, прикольно, да, машины не спавнятся вообще никак. Окей, тут еще есть один сценарий, он вроде как не от разрабов Бимки, он от кого-то. Прикольно, что я могу вот прям вот так вот в пролете башкой вертеть, смотри. Нитро использовать не буду, потому что машинка и так дикая, как видите. Копы на хвосте, йоу, что-то там еще, я не знаю, как мне петь. Дрифтовая сыкса. Пофиг, буду ее SX-ом называть. Это у меня из-за того, что кожа там на руле была перетянута. Фу ты, на коробке передач перетянут. А где копы? Где, собственно, все, я уехал от погони. Фигля.
Не, ну там сзади никого. А копы вообще за мной едут, интересно. Ну, коп едет, только... Я увидел, как он вошел в поворот, мне страшно. Вы видите это в зеркале? Ладно, я... насчет того, что страшно, это я немножко преувеличил, может быть. Вот, давайте-ка понаблюдаем. Он, походу... Ладно, я промолчу. Просто видите в зеркале, что происходит? Это мой брат мне помог. Я его позвонил, ему сказал, помоги, братищ, жмет меня мусор какой-то. Он такой, окей. И вот прилетел на свой красный секте. Так, мне куда? Мне вот сюда? Это типа следующая точка, где еще один коп будет? Или это просто все? Это типа конец? Или как это? Успех? Фигли. Окей, я хочу покататься от копов. Они вот это вот все. Так что втыкаем первую. Он увидел, короче, как я дрифчу на заправ... Мне кажется... Он увидел, как я тут бублики кручу, я такой, о, магад! Ой, копо! И я, короче, полетел, он меня поднул чуть-чуть по попочке. Да, я вижу в зеркале, как он едет за мной. Мега аккуратный чел, просто. Чего? Это что? Да, я что-то смысла особого не вижу вот против этого угонять. Походу мы сейчас станем копом номер два. Ну, в смысле, вместо бандитских сценариев будем коповские проходить. Пробую с нитро покататься. Чё нам? С какой? Со второй она? Нет. С третьей? Да, с третьей. Нитро тут с третьей подрубается. Шкода стритрейсинг! Нет. Кстати, пока загружаемся, у меня же есть микрофон в наушнике, вот, но через него я с диспетчером связываться не могу, потому что я же вот сейчас их перевернул, чтобы они на руль не наматывались, пока я играю. И прикол-то в том, что, ну, типа, да, как я буду связываться с диспетчером? Вот это вот вы видите? Вот это вот. Вот я как вот сюда вот ртом буду с диспетчером связываться? Это модовая погоня, мы на том же острове вроде как, я точно не... Да, мы на этом же острове, потому что только тут рельсы идут вот оттуда, откуда-то из леса, и пропадают тут в горке маленькой, небольшой такой. Смогу ли я остановить... мы на автомате, ладно, спорт хотя бы есть. Смогу ли я остановить субъект? Или объект? Так, а какой? Мы тут едем, патрулируем. Ну нет, не похоже это на патрулирование, если честно. Это похоже на то, как будто у одного из наших... Ага, у кого одного из наших? Я тут один вообще-то. Это похоже на то, что... Мы его как раз должны остановить. А то я думал, это он нам дорогу пока... А, да, это мы его должны остановить, я так понимаю. Прикольно, конечно, здорово. Вот это схватка, сумеете лу... Вот это схватка! Давай попробуем лучше. Я, правда, не знаю, как сделать лучше, чтобы... Как сделать лучше? Потому что он как бы сам себя неплохо ушатывает. Да, братиш? Ну, вы посмотрите на его траекторию. Давайте чисто за ним ехать. Так, делаем вот так вот, заносимся сюда. Так, отлично, едем. Так, и опа, опа. Перестроились, разгоняем. А, берем пошире, пошире берем. И туда же. Ну, крутяк. Ну чё, брат? Я тебя поймал. А, не, я тебя еще не поймал. Ну, слушай, выглядишь ты... Можно высунуться туда, пожалуйста? Куда ты меня тащишь? Я его поймал, к сожалению. Диспетчер, диспетчер! Не хотите чай на вечер? Короче, это диспетчер у нас угнали... У нас угнали, короче, полицейскую машину из участка свободную, потому что она там стояла год. Люди подумали, да чё пустовать-то, лучше мы поездим. Они ж копов не видели тут ни разу. Прикиньте, я смог этот сценарий просрать. Преследую угнанную полицейскую машину, повторяю, преследую угнанную полицейскую машину. Ой, ё-моё, как страшно стало. Этот, чебупеля полицейская, останавливаемся, прижимаемся к обочине, ну... Нет, аккуратно, медленно прижимаемся к обочине, а не улетаем на обочину на полной скорости. А вот, вот я просто сейчас ни газ не жал, ничего. В бимке просто легко тебя разворачивает. Он даже когда я далеко, он должен аккуратно, по идее, ехать, если я дальше. Он ушатывается в этот забор. Эти сценарии, это просто великолепно, просто вообще. Можно похасанить на коповской машине. На парковке. Бублики, 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 смотри. Подожди. Мы полный привод? А, да, это полный, ничего себе, а то я думаю, что-то физика какая-то не такая, как будто я на Ауди. Окей, вот эти сценарии у нас не грузились в прошлый раз, может сейчас что-то получится.
Я сегодня ни бандитом не могу побыть, ни копом, вообще никем нормально не могу побыть. Окей, придется начать сценарий «Огромная скорость», который я уже, к сожалению, знаю, как пройти на все там необходимые звезды. Как за нужное время остановить машину, ну да ладно, попробуем что-нибудь другое. Ну, в смысле, какой-нибудь другой метод. А можно, пожалуйста, немножко это, как бы, одеться? Спасибо оператору Сане за то, что бежал все это, чтобы подснять нам красиво другую старую цвету, которая может лететь 400 километров в час. Вы отстаете. Спасибо. Понял. 180 поворотик, 200 поворотик. Нужно больше сцепления на передние колесики. А то у нас сзади и двигатель, и все. И я. В качестве торма... Я вообще вот такое впервые у меня. Вы прикиньте. Так вообще впервые, чтобы оно само тут раскладывалось. Я ушатал колесо. Я вот просто, ну гляньте. На вот это вот тут. Разбортировал, спасибо. Я хочу долго гоняться. Да подожди-то, я не отстаю, я вон вижу нарушительницу или как там. Там вроде она была на пи... Почему? Это как? Типа, ну... Зачемучка? Ну это чё? Такого вообще никогда раньше не было. Почему сейчас при этом запуске сценария просто все сломалось? И она не угоняет нормально. А вот это вот, что это? У вас когда-то было такое, чтобы в этом сценарии... У вас просто оно, не доезжая до нужного места, даже раскладывалось. У меня оно на кольце раскладывалось. Типа вот, я не отстаю, ничего, нормально. Догоняю как надо, ее тут несет, и она просто вода... Как это работает? Что не так? Что, почему? Окей, попробуем хотя бы просто вот эту гоночку пройти против самбёрста на коветике. Врубаем вид от первого руля. О, почти как у меня. Хе, только у меня вот это еще вот потолще, и он типа сам поменьше, но... Можно считать и так, что... Но подобие. Фига, мы ушли от него на старте. Ого, чё по управлению? Тут руль сам просто внутрь затягивается куда-то. Так должно быть. Вы просто смотрите. Вот я чуть-чуть... Спасибо. Он мне сломал колесо, и вот теперь в другую сторону вело. Видите, вот это вот повернуто куда-то налево немножко. Понял. А, вот так вот пусть похавает там огня моего выхлопа. А я вижу, он из этого, из таких злопамятных. Просто первое, второе. Чуть руль поворачиваем. Ого. Да ты изди... Он меня просто убил. Торопится куда-то, бешенствует. Спокойно надо ехать. Я вот сюда вот уеду от него, чтобы он меня тут не доставал хотя бы. Своими этими выкрутасиками, прикольчиками. У меня какой привод? У меня как будто не просто передний. Нет, у меня просто передний. Окей, буду следовать за ним. Аккуратно следовать за ним, говорю. Это Глеб, он не умеет ездить, но и вижу ковет. Руль сам... Руль сам в него рулит. Фига, там от него бампер летит. Чё с ним стало? Где он? А, это не бампер лежал, это он лежал, понял. Чё, да выпендривался, да? На тебе. Неудача. This is not Benger Racing. Поняли, это не дерби. Ну ладно. А судя по нему, это еще как дерби. Меня даже так во брекфасте не прессовали. И во флотауте, если ты никого не пытаешься специально бахать. Они вроде тебя жестко прям не долбасят. Как она чувствительна к газу. Просто газ жмешь, ее несет. Прям вот чуть-чуть жмешь, ее несет. Газ отпускаешь полностью, ее несет, но по-другому уже. У нее не перец носит, а ее всю. Давай, я не разворачивался, чтобы перевернуться. Я разворачивался, чтобы ехать. Какой у нее странный руль. Его просто вот дергает туда-сюда. Вот, что это за усилие такое? Это что-то странное. Вот куда она сама просто рулит, как хочет. Вы. Поехали. А, стуканул. Твой, нормальная гонка. Ты чё, было? Я взорвался просто на старте. Я не понимаю эту физику управления. У него именно.
Вот этот поворот-то я понимал, потому что это как... Ага. Все остальное вообще не ясно. О, вот сейчас ее саму налево ведет. Вот сейчас снова направо, сейчас снова налево ведет. Сейчас еще сильнее направо ведет, когда сносит. Просто еду прямо, ее направо еще сильнее рулит. Она еще сопротивляется, когда я руль прямо пытаюсь поставить. Она хочет направо и все. Что тут? Как же он закрывает? Я аккуратно буду ехать. Да где ты на асфальте пыль находишь, чтобы ее так в воздух поднимать? Аккуратненько, просто преследуем его. Сколько? 10 чекпоинтов. Нормально, если надо будет обогнать, сделаем это попозже. Тормоз. Пукает там своим выхлопом еще сколько раз. Просто... Эх, жалко, я его не задел, да? Капец, на этот ковец слишком много сил. Вообще непредсказуемо. Тебя начинает нести, ты собираешься выруливать, а выруливать уже не надо, потому что она сама выпрямилась. Сложность тут или hard, или very hard вроде как. Но мы просто как бы... Если спокойно ехать, вот как будто вот я трафик еду в магазин, не знаю, то как бы вот я просто даже, можно сказать, скоростной режим соблюдаю. Ну, траекторию не особо соблюдаю, но это я так просто. 15 миль в час, хорошо, сколько там, 20 километров в час. Аккуратненько заходим в поворотик, едем дальше. От него почти не отстаем. Главное в поворотике грамотно входить. И все, финишная прямая, я просто его обхожу. Это что? Это гонка, по-вашему? Может быть, это столбик? Бабах! Я такой, ух! Я микрофон чуть не ушатал. Ну что произошло? Ну, дай глянуть. Ну что там с ним? Покажи. Тихо. А, ну я вообще по касательной прошел. Я же не такой, что... О, а он куда летит? Он на меня нападает! Ё-ма! Бам! В мою сторону. Едем аккуратненько. Ну а чё, куда спешить? Согласитесь. Так, а у нас полноприводная ЕТКейка. Ну-ка тут это... Look, best attempt. Просто... Ладно, со второй очень была плохая идея трогаться. Потому что это тут вся умная электроника машины заглушила нас. Аккуратненько. Наручники чисто боком залетаем. Первый газ. Боком вылетаем с коломена... Коломена. Боком идем. Лес. Нормально. Дальше. Так. Что тут у нас? Салям алейкум. Залетаем также. Первая, смотри, бэкворд. На полном приводе. Пофиг, через бордюр. Нормально. Газюльку. По встречке трафика нету. Тут на нашу полосу аккуратно перепрыгиваем. Тут обратно аккуратно наручники перепрыгиваем и летим в столб. Ну, не, я имел в виду не в этот столб и не буквально, но в принципе ладно. Я надеюсь, эта тряска, кстати, в видео для вас не слишком сильная, ну, от моей башки, потому что, ну, я ей кручу, верчу, вот, обмануть никого не хочу. Вот мне единственное не нравится, когда я резко вот так вот голову вперед наклоняю, вы видите, что там происходит? Ну вот так вот выворачивается наверх. Я вот так вот, ну вы видите, да, сравниваете, что на вебке и что на экране происходит. Ручник, смотри, боком залетаем вот сюда, аккуратно, тут на первой, боком тоже проходим вот это все. Тут вторую, чуть желтые столбики жопой не задел. Так, тут как я заходил, вот так вот я заходил, не совсем так, ну ладно. Я смог идеально просто ушататься задним колесом сейчас вот на этом мосту. Просто чтобы вы понимали, у меня заднее колесо снова куда-то в бок смотрит. И как бы это чё? Ладно, попробуем так проехать, чё нам. Дайте угадаю, сейчас другое заднее тоже в какую-то сторону смотрит, и они у меня сейчас вот так вот просто. Вот так вот. Ну, по ощущениям, как будто бы да.
Потому что что туда несет, что туда. Не, все. Камень на поднищу. Я даже тормозить не могу нормально. Че, масло? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поддончик пробит. Что у нас с колесами, просто смотрите. Это туда. А, это ровно. А, понятно тогда. Мне кажется, я этот материал удалю, потому что, ну, типа... У нас сегодня вообще со сценариями ничего не получилось. Может, я, конечно, выложу, и вы это сейчас смотрите, и может, вам понравится, но... Вот сейчас я записываю и понимаю, что, типа, фигня какая-то полная просто. Газ! Окей, я цел. На любой клавиатуре вы этот... гоните меня, проедете намного быстрее. Но я аккуратничаю сейчас... Аккуратничаю, сейчас сказал Греб, выдал лютый бэкворд на полном приводе. Еще дрифтанул вот так вот и улетел просто в отбойничек и в стенку. Эх. Ну, двери нет, я пошел, ребята. Все, давай, пока-пока, короче, всем. Я наушником я привязан сюда. Никто меня из вас не отпустит. Придется по новой. Уехали. Тихо. По стенке. Нет, по стенке не получится. Тормоз. Аккуратнейшим образом входим в этот поворот, не улетая вниз. Прикиньте. Тут это аккуратненько проезжаем. Тут на ручнике за... Надо было тормоз раньше отпустить, чтобы нас развернуло чуть-чуть. На двух колесах езда, видали. Булкин на приоре скажет, красавчик. Я скажу, дебил, я тупой вообще, ну, так что я делаю сейчас. Ну ничего, в грибах лес собрали. Шишек тоже. Едем дальше. Чуть когда я уже ушатал машину, мне дальше ее ушатывать как бы это... Легче, поэтому я так неаккуратно еду дальше. Так, тут предлагаю перепрыгнуть аккуратненько сюда. Тут на тормозе чисто. Я дебил. О, я пролетел мимо этой фигни. Я слишком мало оттормозился перед заворотом туда. Итак, новый рекорд по пройденному расстоянию у нас с вами. Нет, в частности у меня, у вас... Вы-то проехали это уже 500 раз. Второй круг. Скоро начнется. Как только вернемся на трассу. Отлично. Нет, прыжок. Отлично. Мы почти выжили. На 50% пройдено. Теперь повторить все. Нет, не все то же самое, а повторить получше, чем в прошлый. Газ. Так. Окей, выйдем отсюда. Надо рогу. Вы, наверное, просто в шоке, что происходит на экране. И как я вообще еду тут. Как нельзя было нормально проехать, что ли, вы скажете? Да, нельзя. Потому что... Вот зато я сейчас пока выкобенивался. Я нормально боком прошел поворот. Надо это так же сделать. Вот просто смотрите. Не смотрите. Окей, смотрите. Три попытки у нас есть. Три попытки. Если я не прохожу, я тупой дебил. Первая попытка потрачена. Я что сделал? Я зачем все колесо вырвать захотел специально? Я боюсь посмотреть, что у меня там. Я надеюсь, я по рогам ушатался, а не колесом об этот бордюр. Потому что если колесом, то на каком-нибудь из поворотов оно мне просто передаст такой пламенный привет, что вы обалдеете просто от этого. От этого. Я просто хочу аккуратно проехать, а в итоге фигня такая лютая получается, что вы не представляете. Хотя нет, вам не надо представлять, вы это видите сейчас. Куда я полетел? Зачем мне это дерево? Вторая попытка потеряна. Какой же жесткий шланг. У вас что, бетон по нему тек и застыл внезапно? Или что? Зачем я так делаю? Я же знаю, что я сейчас расшатаюсь таким образом. Я еще тормоз со всей силы не давлю, потому что если я... Нет, не бордюр. Фух, аккуратно. Ага. Тормоз. На всю просто. Тут делаем вот так. Газ! Газ! Первый. Куда руль кусила туда, в ту сторону. Покрытие у нас теперь мега скользкое. Тормозим в два раза раньше. Отлично, мы не улетели с этого поворота. Мы чему-то доучимся. Невероятно.
Только не в бассейне. Спасибочки. Правильно, я сказал спасибочки, потому что я сейчас же вниз улечу. Вау! Это невероятно. Главное, тут аккуратно, правильно. Так тоже пойдет. Тут я решил без ручника, потому что, в принципе, и так нормально мы заходили сейчас. Тут аккуратненько. На сейве идем, ребятки. Так, тут можно этой стороной заезжать на обочину, потому что там машина, это, разгружены мы. Вот, и давление на колеса не идет, и, собственно, они у нас не занесутся, скорее всего, потому что основные колеса, на которых все давление, они у нас на асфальте и нас держали сейчас. Это Глеб пытается автомобильную физику. Что я пытаюсь вам доказать или объяснить, или рассказать, или что я вообще делаю? Что с моей жизнью не так? Эй. Тормоз с ручником. Прикинь, я проехал. Удивляет меня этот факт. Бам. Схавал. Я сейчас немного подофигел, потому что Булкин реально мастер в вождении автомобилей. Он этот сценарий на подвижной платформе с рулем проходил, и он просто чисто с первой попытки. Первый круг, то есть трогаясь с места, проехал за... Минута 21.338, пожалуйста, блокнотик, да, спасибо, спасибо большое. А я первый круг проехал за минуту 27. Ну такое, блядь. Ну такое, блядь, пацаны. Ну такое, блядь. Блин, это сейчас будет жестко. Как вы видите... Да. Мы сейчас на пикалиновых боях будем. Поехали. Как думаете, сколько попыток уйдет? Так, за ним. Машина получила слишком много повреждений. Мозги мои получили слишком много повреждений. Я рулил. Вот как можно было вот на этой прямой дороге убраться просто вон в те фиговины? Так, на какой? На третий поедем аккуратненько. Аккуратно, главное. Я в шоках. Я сделал первый прыжок. С какой? Я уже не помню эту гонку даже. Что мы тут в город сворачиваем. Не, вот этот момент я помню. Как именно сворачиваем, не помню. Не отставить от другой машины. Подожди ты! Где тормозить? Понял, дальше тормозить. Мы на пляж, да? Мы на пля? Конопля? Чёрт. А, все? Первый мяч? Кого? Итак, господа. Миссия сбежать из порта на писимочке новой. Какого там года она? Фиг её знает. Ну, начало нулевых. Вот она. Я офигел. Я думал, я так башкой мотнул, что... Ага, свернул шею. И теперь вид от третьего лица. Для кого этот указатель? Я куда налево вообще поехал? Это фара моя отлетела? Я, походу, и подвеска тоже. Фронт-драйв. Я теперь не могу ехать. У меня тяги просто... Ну, это я сейчас на нейтралке. Вот, типа, вторая. Где... Это я вырвал нафиг, все. Давай по-нормальному сейчас будем. Хасанаторские движения, изи. Лампа, держись. Ты не должна упасть мне на голову. Если это когда-нибудь произойдет, это будет... Хоба, левая руля. Хоба, правая руля. Зачем я говорю неправильную сторону? Хоба, вращение, я чё... У меня какие-то неполадки постоянно с вот этим вот колесом. Мне в этой камере, короче, нравится, что, типа, можно вот, типа, берешь такой... А, покрышкой пахнет. Еще можно высовываться из кабриолета, это прям вообще бомбочка. Или если люк у машины есть, тут нету. Вот. И еще мне нравится, что можно, типа, подходить за персонажем. Ну, вот этого снеговичка, который у меня в виде мыльной вот этой серой фигни, потому что я снеговичка не включал. На тебе... Вот. Можно подойти к машине и, типа, глянуть в окно или сквозь окно, что там вообще внутри происходит. Так, ага, понял, вот где выезд. Сейчас сделаем ручник у нас тут, ручник у нас вот он. Эти отсюда вот мы проедем. Вот это вот, я понимаю. Нет, зубочистки мне даже эти колесо не пробили, прикиньте. Да.
наверное, удивлены вообще тем, что происходит. Дед. На экране у вас. Ну вот так вот я езжу в колледж. Нормально. Ну, в принципе, мне вот такие вот покатушки на самых обычных машинах всегда очень нравятся, фига. Я думал, я колесо у меня вывесится, а там какой-то маленький бордюрчик. Может, ты разгонишься уже, разду... Нет. Не четвертую, а за... Вот так вот так. Хоба, суету на месте охота вот так-то. Коли же такой подъезжаешь, короче. Так, куда нам? Туда нам? Хоба такой. Чпинц. Хоба, вторую. Ворота колледжа. На. Съезжаешь, смотри. Первый корпус. Хоба. Хоп, хоба, хоба. Мимо учителей такой, мимо кабинетов. Тут, хопа, главный коридор. Полетел, 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 полетел. Ладно. Опа-на! Задел кого-то одноклассника. Однокурсника, может? Нет, одноклассника вообще-то. Едешь дальше такой. Бочки! На! А чё, я их раньше никогда не замечал? Тут два альтернативных пути. Так вот что на желтом показывается. Тут типа можно туда, можно сюда. Куда у тебя глаз посмотри. Я думаю, то что оно то желтое, то не желтое. А, это типа, это быстрее путь вот этот. И можно было... Обалдеть, я понял. А тут получается можно где-то раньше спрыгнуть. Не обязательно вот сюда. Ну-ка я притормозил перед трамплинчиком. Ой, идеально. И тут мы по тормозам. Это вообще великолепное сейчас было прохождение. А, ну дальше я уже помню что. Дальше мы вот туда руля. Хоба, туда руля. Вот так, отслеживание пошли, иногда, конечно, шалит. Передние шины проколо. Не хватает мощи, сказал Глеб, по машину, у которой... Копы, ой, копы. У которой все шины просто отсутствуют. Боком, боком, ребята, боком. Это было так жестоко с его стороны. Я был беспомощен в этой ситуации. Мы могли вообще сразу отсюда поехать, да? А тут у нас что? Вот такие сценарии мне нравятся. Это мы, получается, еще путь сократили. Ну-ка, тут нет никаких дополнительных кривых дорожек. Спасибо. Дверь мне не нужна была. Теперь у нас есть дополнительный обзор, как вы видите. Можем вы... Так, все. Показываем водительское мастерство. И видос заканчивается. Бэм! Сюда! Хоба! Так, вот текст. Чпынкс такой. На первой не шлифуем, вторая не шлифуем. И без хруста. Непорядок. Зато хруст ручника слышен у нас. Там нету проезда, я так полагаю. А, ну да, тут же это красная штука. Так. Разворот на 180 миллионов рублей. Что? Ничего? Ну ладно. Заезжаем вот сюда, тут. Тут какой-то гений решил одновременно снова ручник с тормозом выжать. Чтобы вы понимали, она типа и не заносится, и не... Она... Машина просто как летела, так и летит. А у нас времени нету. Ладно. У нас времени идет, нету счетчика. Почему-то. Лампа в шоке, я тоже. Мне интересно... у меня... Ладно. У меня эта программа начала отслеживать плечо, чтобы вы понимали. Типа, я настолько сильно ушатался башкой, что башка у меня теперь неотличима от плеча. Сюда. Да, там сюда. Рвем аккуратно по центру. Вот сюда вот. Тут с ручничком. Нормально. Этот хруст сцепления. Хруст безе вы не слышите. Я жал на кнопку ручника. Но это было настолько, как бы... Как я заглох с полностью выжатым сцеплением. Так, без ручника тут проходим. Не теряя времени. Вообще прикол сейчас был, да? Также люди, которые отвлеклись от экрана, а шо было? Я не выйдет. Вот это, надеюсь, вы тоже не видели. Окей, едем аккуратно. Вот просто чисто на сейве. Вот просто мы заблудились где-то в порту. Хотим найти выезд. Вот, оглядываемся. Почему у меня такое положение немножко странное? Я по салону гуляю чисто. Опаньки.
Может выезд здесь? А нет, не здесь. А как так? Что же делать, как же быть? Надо зеркало убрать, чтобы сократить немножечко ширину автомобиля при погрузке в порту, чтобы меньше платить. Ха, лайфхаки. Бочки, к чертикам. Тут разворот практический. Я думал, экзаменационный. Нет, до этого еще не докатились. Хруст сцепления вы не слышали, сделайте вид, пожалуйста. Хруст руля я не слышал, сделаю вид. От того, как я его в максимальном положении крутанул. Тут это идеально с ручником заходим, как всегда, в этот поворот. Просто великолепно. Невообразимо. Шикарно. Тормоз жмем. Бэх. Газ жмем. Тут маленечко. Оп. Бампер под днищем. Мешает ехать, уже не мешает. Видимо, а нет, он еще под днищем. Я чувствую. Хоть не слышу, но чувствую. Аккуратненько выруливаем. Тут копчики. Хоба, здорово, бочину, шину пробил. Пес. Ты. Я тебя в зеркало наблюдаю. Я после такого буду просто ехать. Я начал говорить и ушатался сразу. Пока я иду молча, вообще все в порядке. Попробуем ехать дальше молча. Нет! Нет! Окей. Этот видос, наверное, драйвовее, чем те. Угу, коп далеко. У нас есть шанс. У нас есть шанс. У нас есть шанс сделать вот так вот. Бэнг! Главное, не в эту перекладину. Готово. Ну, в общем, как-то так, господа. Поэтому, типа, подписывайтесь там. Не хотите, не подписывайтесь там. Ставьте лайки. Не хотите, не ставьте лайки. Вот, как-то так. Я все, я выхожу из игры. Не видно в шапке, это как выходи. Вот выход из игры. Пока всем, блин. Всем. Я чуть телефон не упал. Вот если что, стоит вот на вот этом вот. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, им пока!